Сирики не сон комплект. Для горожан сегодня это единственная возможность из 24 часов постоянного облучения получить зону электромагнитной тишины, в которой в вашем организме вечером будет вырабатываться мелатонин. Знаете этот гормон все. Гормон молодости, гормон хорошего сна, гормон защиты от онкологии, гормон ремонта сердечно-сосудистой системы, повышение иммунитета. То есть это очень чудесный гормон. Но если вы находитесь в доме, где есть много излучений, а шишковидная железа, вырабатывающая мелатонин, чувствует электромагнитное излучение Солнца, когда оно на горизонте, и когда оно уходит, ну, когда оно на небе, когда оно уходит за горизонт, это излучение уменьшается резко. Тогда начинается выработка мелатонина. Но рядом стоит компьютер, телевизор. Это радиоизлучение мешает шишковидной железе понять, что вечер наступил. И выработка мелатонина либо очень маленькая, либо вообще прекращается, вот именно ночной дозы. Расположены наши приборы, позволяют защитить шишковидную железу, она опознает нормально, что это уже вечер наступил, и вырабатывает мелатонин. И начинается вырабатываться нормальная сонливость, крепкий сон. Вот сейчас мне на видео мы записали, когда женщина сказала, что даже если ночью, говорит, я встаю по разным делам, я все равно ложусь, крепко засыпаю сразу же. Понимаете, как это ценно? Ложимся на час раньше, можем заснуть легко. О мелатонине не буду рассказывать, вы знаете сами, пожалуйста, дополнительно узнайте. Удивительный гормон. Но то, что вы получаете возможность 8 часов под защитой наших приборов спать, восстанавливать важный орган, это ресурс важного органа, это надпочечник. И кто срока сам работает? Скажите, как у населения нашего надпочечника ресурс особенно? Тройка. В лучшем случае тройка, да, четверка это вообще редкость. Так вот, надпочечники ночью должны отдыхать, чтобы нам ресурс и адреналина на день хватало, и чтобы они должны отдыхать обязательно. Вот с целительным сном они отдыхают, набирают потенциал. Просыпаемся на час-два раньше, на полтора, на час-то как. Полны энергии, и если вот так брать крайний случай ситуации, вы знаете, что такое внезапная сердечная смерть. Сердце остановилось почему-то, и вот все. А в самом деле ему не хватает адреналина, который должны вырабатывать истощенные надпочечники. 24 часа в сутки, каждый день у нас истощение. Целительным сном вы получили зону защищенную, легли, надпочечники успокоились, стресса нет. Потому что у нас от электромагнитного излучения стресс в большей или меньшей степени. Когда ложимся в эту зону, сразу успокаиваемся, сразу понимаем, что там хорошо, спокойно. Значит, надпочечники всю ночь отдыхают, набирается потенциал гормонов на следующий день, кровообращение и лимфы, и микроциркуляция улучшается. Отзывы от детских интересных, это уход ночных, например, отеков ног. Здесь вы найдете тоже на ютубе фильмы, где показано, что проблема вообще решается у женщин у многих. Это очень приятно. И опять, это же комплект для детей. Абсолютно необходим, так как ребенок должен расти хотя бы эти 8 часов без гормонального перекоса. Это очень важно. И у него потенциал еще вырабатывается на день дополнительно защищаться от электромагнитных излучений. У него гармонизируется баланс, он будет лучше себя. Вы видите, улучшается сон, аппетит, эмоциональное состояние меняется. И только лишь потому, что мы снимаем электромагнитную нагрузку. То есть вы приобрели комплект, установили, все, сняли нагрузку. Я цитирую Богачева из города Ростов-на-Дону. Дома его сыновья стали просыпаться на час раньше, они школьники, маленькие еще. Теперь будет папу, раньше папа их будил в школу. Поехали на дачу, говорит, а приборы не взяли с собой. А на даче стало хуже, чем было в городе. Они спят до 9, до 10, они поздно засыпают, не могут заснуть. Сразу здесь рекомендация по этому комплекту. Попробуйте в течение нескольких дней присесть в эту защищенную зону, где вы установите полчасика с книжкой, там телевизор можно посмотреть. Просто не брать с собой технику в защищенную зону электронную. Вы получите включение мелатонина, а потом выходите гуляете. Но почувствуете через полчаса, через час максимум сонливость, желание заснуть хорошо, и у вас сон будет нормализоваться. Естественно, если вы поступите по желанию тела, то вы проснетесь раньше, и вот такой цикл формироваться будет нормальный. Я называю это просто возвращение нормального нового качества жизни, которое было раньше. Ложились 9-10 спать, это было, просыпались рано, и утренние часы, честно говоря, продуктивнее для бизнеса, для жизни, для отношений, это 100%. Следующий как? А можно спросить, как говорят, в одну линию надо их выстраивать, или если вот на разных уровнях, ничего? Ну, сделать там 10 сантиметров можно, я понял вас. Можно перестраивать чуть выше, чуть ниже, это не важно. У них защитное поле от прибора метр на метр создается. Если вы чуть-чуть опустили вверх-вниз, это не страшно. В пределах 15 сантиметров это нормально. У любого прибора метр на метр? Вот у этих золотистых прямоугольных. А вот нарисовано, собственно, вот смотрите. Телевизор тот же похожий, та же модель.
Вот, собственно, такую защищенную зону вы получаете. Еще снизу один прибор вас защищает, он лежит снизу, геопатоген.